питались на перекуті. Так, тут у нас позиція. Міномет. Зараз 80-ка у них. І савушки отрабатують. Ну, савушки трошки там не по нам, але страшно, рядом. А так 80-ка в основному. Формують? Намагаються, щоб не? Пробують, але не виходить. А що роблять? Тікають, в основному тікають. Вони заходять, наші дають опір хороший. І вони буквально практично там недовго бой затягуються, і вони все починають розбігатися. І урагани, бачимо, як вилітають, і С-300 десь вони. З тої сторони, ну, зі сторони, у нас там що, Солідар, за Солідаром, десь ту сторону, а тут давай С-300 вони пускають. У нас тут ЗРВшники працювали по самолітикам, збили коли самолітик, і позже всі парня вирішили, що треба їм дати відповідь, і бахали. Ну там непонятно було, і міномет, і савушка, чим воно так бахнуло. Питаються вже іскати, хоч щоб хто-небудь ходив, щоб туди наваляти. То есть они уже даже не технику ищут, а ищут пехоту. Далеко уж. Наверное, аж забахнут кидать. Да нет, далеко сейчас швыряю. Вот миномет. Ну, два выхода. А то танчик. Нет, два миномета. Просто с разным сторонам. А бьют с одной точки, недалеко друг от друга. Вот отсюда бы, конечно, и смотреть бы, блин. Сюда трубу надо. Вот там хлопки в небе были. Три штучки или четыре. Значит, лепестки. Миномет. С другой точки начали рубить. Да, сегодня заруба может быть. Воздух, паника, не бояться. Вертушка. Воздух, вертушка! Где там ПЗРКшники? А куда отработало, не видно? Не, не видно было, даже не слышно. Я всегда вообще с тепловизора стреляю. Ночью? Не только, и днем тоже. Да? Да. Высекают очень сильно. Стугны наши. Их же тоже видят очень хорошо. Они так взяли, в посадку заехали, ствол остали. И либо есть за посадки. Он по дороге работает, выезжают. Ну, сейчас. Блин, прочили АГСник 229. АГС. АГС. Вот! Сейчас я проверю.